Также руководитель Дагестана встретился с главами Цумадинского и Тлератинского района в республике, обсудили социально-экономическое развитие муниципалитетов. Одно из приоритетных направлений деятельности Цумадинского района – животноводство. По словам Анваргаджи Вичедова, стабильный рост продукции животноводства обеспечивает значительные кормовые ресурсы. Кроме того, в районе выросла урожайность зерновых культур – картофеля, овощей и ягод. Впервые в Цумадинском районе в рамках программы импортозамещения засеян рис. Глава Тлератинского района предоставил анализ состояния дел в муниципалитете, в частности, в налоговой сфере. Раджаб Раджабов сообщил, что проведена работа по инвентаризации районных земель. Большинство предпринимателей, занятых в сфере малого бизнеса, поставлены на налоговый учет. Собираемость налогов исполнена в полном объеме. Владимир Васильев, в свою очередь, акцентировал внимание на жалобах, поступивших от жителей Тлератинского района на имя главы республики и президента России, поручил Раджабову принять меры по устранению имеющихся проблем.